Покусились на память писателя. В Гусь-Хрустальном вандалы разбили мемориальную доску, установленную к столетию со дня рождения Александра Солженицына. Ее открыли накануне на стене одного из зданий на улице Калинина. Сейчас там располагаются офисы, но известно, что когда-то здание посещал сам Солженицын. В 1956-57 годах он работал учителем в поселке Мизиновский и, бывая в районном центре, приходил в это здание на выставку изделий хрустального завода. Мемориальную доску создавали на средства спонсоров из стекла, но, к сожалению, она не провисела и суток. По телефону редактор гусевской газеты «Афиша» Дмитрий Сахаров сообщил, что правоохранительные органы сейчас ищут вандалов и устанавливают детали происшествия. Существуют разные версии случившегося. Версия о том, что это могло быть сделано из идейных соображений, все-таки есть, потому что в соцсетях, в новостях вот о столетии Александра Исаевича, о том, что мемориальную доску эту повесили, то есть было много негативных комментариев. Она была сделана из закаленного стекла, и люди, которые ее делали, говорят, что для того, чтобы ее разбить, надо знать, куда и как бить. Устанавливаться тоже будет на спонсорские средства, то есть несмотря на то, что вот говорят, что из бюджета, бюджет на это не тратит. Сейчас занимаются изготовлением новой.